Господи, что за тупая игра, а? Какая-то уже поеботина начинается. Извини за жаль, конечно. Была трупом, взяла, убила пацана. Что за бред? Там температура написана, 37 градусов было. Какой бред я еще дальше увижу? Сука, она еще от первого лица. Господи. Знаешь, что напоминает мне это чё, блядь? Это чё такое? Это нож. Откуда его нож в груди? Точнее, в животе. Это метки кепта. Правду сказал, блин. А, нет, третьего лица, слава богу. Это китайская цензура, Макс. Ну, ты же трупом. Ты полностью голый, блядь. Не факт, кто ты, женщина или мужик. Просто китайская залупа, как и на рака будет поет. Такая же. Донатов жалко, тут еще нет. Что-то. Правая кнопка выше — это бить. А, окей, левая тоже. Тут что-то такое странное все было. А, это что такое? I073 memo. Memo. Что-то. Блин, читать там. Вообще, кто это читает? Покажите мне пальцем тут. Кто это вообще читает? Зачем? Так. Сам вопечный fucking sucks. Что тут еще есть? Давайте посмотрим. Что самое прикольное, на мордик. Что тут пацан пишет? 2060. Окей. Very well, very well, very, very, very well. Alt plus R. А, про. Ну да, Alt plus R. AMD. Шестеренка. Ну, AMD. AMD. Это радость для нас. А-на-на-на-на-на-на. AMD. AMD. Это радость для нас. Так, еще как раз по производительности зайду, раз сюда зашел. Тишина стоит. Сколько? А, сколько пинга? Ой, пинга. Ctrl Shift 0, да? Нашел. Так, шо, сколько? 125 фэпосов. Время кадра 9 секунд. Ну, тут падает 8. Так. Это я так и не могу понять, что такое 93 кадров в секунду использования графического процессора. 44. Ну, она падает 78, 763, 80. Мощность глобальной платы или что это? ПЛГП, что это значит? 340 ватт. Температура 74 градуса использования центрального процессора 100%. Да хуя хочешь. Поэтому физы, и что я тут должен делать? Короче, я понял, что делать. Давай пока. Вон там документ. Документ. Так,
Магнус. Так, где этот документ? А, ну, вот так. 0728. Ой, видишь, какой я умный. Так. 0728. Ну, естественно, я правильно. Титановые двери, это биолаборатория. Там. Это биолаборатория. Тут нужна карта доступа, скорее всего, да? Карта, да. Мы говорим карточку. Так, не знаю, где мы найдем эту карточку. Ну, пока не знаю, где искать. Я что хотел сказать, я отвлекся. Что-то контроль напоминает. Ящики летающие, бочки, блядь, летающие, все летающее. Аномалия какая-то. Во. Еще кто-то реально читает. Кувырок. Она умеет как кувырок делает. КТРЛ. Ой. Присесть есть. Стелс. В этой игре стелс есть, да? Все равно мне такое не очень нравится. Фигня какая-то, блядь. Ну как можно такую вот хуйню выпустить в 24-м году? Он сам по своему, блядь. Мне больше Zephyrus нравится. Она как-то более динамичная такая. Ой. Простите. А, сейчас тут начнем тупить, да. Да, это не Ева сам. Ева сам поперепрыгнула. Так, на-на-на-на. Что-то какое-то... Стамина тут есть, да, в этой игре? Jesus Christ. Да, с паркуром тоже проблемы в этой игре. Почему она не могла цепануться? Ну, блядь, как так? Да, из трусов мы достали карточку. Фу, блядь. Это бесит. Это что за Death Stranding, блядь? Это этот щупальца из Спайдермена. Птичка! Good to see another face, and you're a metahuman too. I don't know who you are. Наша главная героиня молчунья. Разговаривать не умеет. It must have been you. Типичная помойка. I need to secure it right now, but only if you all you have to do. I'll be right here in the cradle. Now, let's go. Let's go. Это штурмовка, да?
Я бы сказал, но не буду я это говорить. Все-таки будут люди смотреть. Так. Зомби. Здравствуйте. It's called a deviant. Our world has been overrun with deviants ever since Starfall. Ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. You're a medium. You should be fine. In fact, if the conditions are right, we might even lose the stardust to advantage. Уже поинтереснее. Здрасте. Телевизион напоминает что-то уже, знаешь. Телевизион, телевизион, телевизион. Связь возможна только на коротких дистанциях. Здравствуйте. Да, точно контроль, Макс. Вылетай контроль, блядь. Я почему так не могу? Эхозапись. Ну точно телевизор. We need something powerful to challenge. Ты только не списывай это в точь, да? Yes. Чё это такое? Чемодан зубов какой-то. Это типичный случай. Он застрял в текстурах. Хоть и анимация, да, есть Макс. Так, инвентарь. Как это убого смотрится? Это еще и PUBG. Смотри, как PUBG, блядь. Глянь на этот пиздец. Ну, PUBG. Это Макс. Это, блядь, ботинки, чтобы босиком ходить, снять. Ну. Уебан, уебищная, мне не нравится. Это что такое? Во, лифчик. Вот с лифчиком она красивее смотрится. Это что такое? Маска, намордник. Нахуй этот намордник. Стрёмно смотрится. Ну и всё-таки девушка, блядь. Вот это тоже нахрен. Во! Элегантно, красиво, стильно, модно, молодежно. Современная девушка, блядь. Блядь, какая-то уёбище какая-то. Motherfucker bitches. Во, вот приятно играть стало. Вот, вот смотришь на эту красотку, блин. Перчатки еще надо снять. Они тоже нафиг не нужны. О, тут Дигл есть. Тоже качество, заметь, Юника это. Юника, да, качество. Это сейчас начнет, это вот это. Это на М24 похоже. В каждой блядской игре любого года мы впихиваем этот ДБ-12. Это нихуя не ДБ-12, это турецкий дробовик, блядь. В Battlefield 4 он есть, блядь. И он нихуя не ДБ-12 называется, блядь. А, это АКС-12. Нихуя это не АКС-12. Это ЮСАС-12. Да, это ЮСАС-12, кстати. Это микро-USB, блядь. А, это МП-5. Хоть здесь правильно написали. Это Вектор. А не КВСБР, блядь. Это АК-174. А, это непонятно какой. А, это, наверное, одно... Это что? СКАР. Нет, не СКАР. Как можно приблизить? G. А, донатики пошли, да? Я просто разбери его.
Короче, это непонятно, что за оружие. Скорее всего, Скар. Это... Этот, М39. Это я не знаю. А, Рекон 338. Все, знаем. Это Барретт. 50-й калибр. Пулеметы. Ю-100. Нихуя... Это не МГ-4, не пиздите, пожалуйста. Я знаю, как выглядит МГ-4. У меня 25 звезд в Battlefield 5. Ой, в Battlefield 5, в Battlefield 4. Я убил минимум 12 тысяч этого пулемета. Это печенье. Нет, это не печенье. Jesus Christ. Вы мне не дали так досмотреть. Jesus, son of a bitch. Я хочу оружие посмотреть. Господи, не дали посмотреть, сука. Хату строить. Облагораживать помещение надо. Дайте посмотреть вооружение. Я не все посмотрел, блин. Это Глок. Да, это, тут хотя бы правильно написали. Так, это Юника, я еще раз тебе говорю. Так, топоры, рыба, блядь, даже есть. Это М36 гранатомет, это РПГ. Ладно, окей. Да, карбалеты идут. Вот это не МГ, я сразу тебе говорю. А, Ли, да, МГ. МГ, ладно, убедили вы меня. Значит, это Ю-100. Вот этот. А это... Или печенек. Ну, вооружения, как обычно, мало. ППшек мало. Это МП-7. Это дробовик. Это турецкий дробовик. Это не ДБ. Там был Ютас. Что-то такое. Юкас называется. Я не помню, я с него стрелял. 5 звезд всего заработал. О, даже пулемет есть. Да, турель. Ого. Здрасте. Кого-то ты мне напоминаешь. Я знаю, косплеер есть такой. Косплеер делает по такой тянке. Yes, and look what I were kind enough to. Thank you. Mitsuko is a very special meta. She can sense even the tiniest thanks to her. Yes. Look. See that? She читает. Еще раз прошу. Is recovered. I think it likes you. Deviations can be very dangerous if not taken care of. They can radiate stardust. We're finding ways for humans. No one's exactly sure what deviation and when that happens. It's not practical. You must be. Shit, come on, Meta. Take the butterfly. Hmm.
Блять. Ну и пингуи, да? Ну, кстати, корейский сервер. На Европу мне не попасть. Death Stranding круто. Ой, блядь, такой пиздец. Зачем мне это, блядь? Нахуя вот это делать, блядь? Это не выживалка, блядь, твою мать. Сука. Да, рубил топориком, ебашим, да. Да, да, конечно. Как можно топором, блядь, скалистую место сломать, блядь? Это же, сука, скала, это ж порода. Ой, блядь. Не, я в эту игру все время тратить не буду. Я уже буду, блядь, на раб играть. Вот как можно вот этого мать, это сука порода, блядь, набьет топором, блядь. Find location and press T. Нажми букву T. Строительство завершено, да? И опять же, в эту игру надо с кем-то играть. Хули я один играю, блядь. Крафт, растинг, кампус. У меня уже триггерит, гайз. У меня системник начинает ругаться. Шумит, блядь. Даже вокруг не покажу. Fuck you.
чё-то. Фредди Крюгер вас всех убьет, да? Если не подпишетесь на мой канал. Ну точно папка, Макс. Точно PUBG, Макс? Ну глянь, сука, вылитый PUBG, ёбаный в рот. Now that we've made it, let's set up a territory. Так ещё, мне кажется, это PvP. Ой, так.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Battlegrounds 2, ёпта.